Всем привет, друзья! Мы собираемся в Волгоград. Естественно, мы едем всей командой. Я Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, кстати, едет на «Газели». Сегодня вечером он выезжает. Давайте пожелаем ему ни гвоздя, ни жезла. В общем, все время забываю сказать, что все эти мероприятия, они абсолютно бесплатные. Так что обязательно приходите, кто сможет. Мы будем там все 3 дня. Это с 30 по 1 июня. Значит, дальше что? Мы будем на улице, это значит, что можно будет спокойно пилить, шуметь, сверлить, то есть все, что мы обычно делаем. Также вживую, естественно, можно задавать вопросы, получать ответы на какие-то такие темы, которые, ну, не получается по видео обсуждать. У нас часто бывает, что кто-то показывает что-то, ну, что у него не получается, и мы прямо вот на выставке этот момент обсуждаем, показываем, и вроде как получается интересный контент. Мы, вот «Газелька» почти загружена. Сейчас мы у Владимира Владимировича возьмем интервью. Где он у нас здесь? Так, Владимир Владимирович у нас сегодня главный упаковщик, запаковщик. Передай привет своим всем подписчикам. Привет. Собираемся на выставку, загружаем. Ну что будет? Что будет? Будешь что показывать, интересно? Не знаю, там по месту все. Будем показывать, что у нас есть. Володя. Все тестить будем, все показывать будем. Володя Чижик с нами поедет. Поедет и Чижик, и Саша поедет, и Чижик поедет. Все и ты поедешь, и тебя берем с тобой. Ну я на поезде поеду, а ты на «Газели». Меня заставили вот трястись на «Газели». В общем, подведя итог, погода у нас во Владимире просто шикарная. Я надеюсь, мы с собой привезем в Волгоград. Все-таки там более лучший климат, чем у нас. Считается все-таки ближе к югу. Вся информация будет в первом комментарии. Мы вас всех ждем. Всем пока.